Привет, братва, всем. Ну вот я делаю, короче, впускные клапана. Вот три сделал. Вот хотел показать, как фаски получаются. Не знаю, телефон такой. То есть вот, ну идеально по центру. Но это не притерто, просто нарезано. Видно, корябки еще. Так что вот так вот. Такая вот фаска получается. Вот она, сейчас я покажу шильцем. Вот она по центру. А это вспомогательная, одна и вторая. Вот 45-градусная. Ну вот могу показать, как получилось. Ну, вот притертый. То есть видно, да? Это все грязь там внутри. Вот фаска притертая. Так вот получается. Так, такая вот система. Ну, четко получается. Как-то так.